красноярцы продолжают восхождение на один из самых высоких водопадов страны – Кинзелюкский. Несколько участков на проспекте Мира дорожники будут переделывать. Сегодня глава города Эдхам Акбулатов нашел недоделки в главном ремонте лета. В целом мэр оценил работу дорожников как хорошую, что называется по принципу «сколько денег, столько песен». Центральную улицу ремонтируют с 13 июня. Еще перед началом власти объявили, глобальной реконструкции не будет. Будет эконом-вариант, лишь смена асфальта. Сегодня мэр еще раз проехал по проспекту от и до с остановками в местах, на которые больше всего жаловались водители. Это, еще раз хочу отметить, не идеальная поверхность. Но еще раз хочу обратить внимание, если бы мы задались целью делать идеальную поверхность, все объемы ремонта, которые предусмотрены на текущий год, включая ремонты дворов, надо было бы направить на эти цели. Считаю, что это неправильно. Качество работ должно соответствовать нормативному. Вот сегодня мы почувствовали, и об этом говорят горожане, что есть целый ряд участков, на которых есть проблемы. Поэтому здесь подрядчик должен будет устранить эти недостатки. Глава города имел в виду недоделанную парковку, плохой сток и незаконченный перекресток. Обычную в этих случаях приемку проспект Мира еще не проходил, поэтому ремонт продолжится, как будто и не заканчивался. В ближайшие две недели техника снова зайдет к Дому быта, в район Горького и к музыкальному театру. Дорогу перекроют. Дорожники признают, сплоховали, но все обещают доделать к 1 сентября.